Видео подготовлено специально для сайта onlinegdz.net. Здравствуйте! Сейчас мы с вами выполним 235 упражнение. Прочитаем задание. Заполните таблицу гласные буквы в корне слова тремя-четырьмя примерами на каждый вид орфограммы. Итак, вот у нас уже есть заголовки таблицы. Проверяем им безударные гласные. Давайте заполним эту часть таблицы. Раздавать – дать. Переливать – лить. Землетрясение, подземный и тряска. Далее непроверяемые безударные гласные. Давайте ее заполним. Картофель, морковь, государство, программа. И последняя таблица, часть, чередующиеся гласные. Слова прикосновение, сгореть, касаюсь, возраст, выбираем, соберет, предлагаю, изложение, растирать. На этом все. Больше видео вы можете посмотреть на нашем канале, а если у вас есть вопросы, то задавайте их в социальных сетях. Ссылки под видео в описании. Спасибо за внимание.